Так что делаю я альбомчик зимний сейчас в совместном проекте. Называется «Наша зима», да, вот у меня первый разворотик тут стоит над глазами, да, перед глазами, чтобы я могла их сочетать. Я сразу же разместила на, ну, я уже снимала первый разворотик, разместила уже сразу на подложечке, хотя, думаю, может быть, зря это сделать, потому что мне от Юлии Гончаровой прекрасные пришли разделители. Вчера я показывала, да. Сейчас вынула, они у меня вот здесь прям. Не знаю, подходят ли они мне по цвету. Скорее всего, подходят. И сейчас у меня такая дилемма, как бы сюда их тоже запихнуть. Потому что я уже это все вклеила. И прошила, и вклеила. И думаю, вот отодрать или не отодрать. Потому что разделители очень клевые, на самом деле. Смотрите, просто вот я выбрала вот эту вот картину, меня просто заворожила. И она вроде как мне подходит. Это второй разворот. Я еще здесь не делала наброс, не делала штамповочку, но уже сделала раскладку. Полностью вот здесь сейчас подклею немножечко. Так, мне кажется, что-то приклеилось. Так, здесь кармашек. Я тоже буду сейчас делать обстамповочку. А здесь у меня вот тоже не приклеено. Я вот просто держалочку сделала. И здесь у меня магнит. Все же здесь так, надо было делать завязочку. Но завязочку мне не хочется. Вот здесь мне нужен еще кружочек один. Нужно сделать здесь цветной бумаги вроде. Но мне из крафта тоже симпатично. Кажется, наверное, я все же ставлю из крафта. Вот, и буду еще все прошивать, не прошила. Обычно я вначале прошиваю, а тут что-то увлеклась прям. Села и сделала этот разворотик. Не знаю, как-то вот затянул процесс. Альбомчик такой нежный получается. В общем, мне очень нравится, как все идет. Хотя у Наташи, которая ведет этот проект, бумага. Я вот не знаю, прослушала я этот момент, что у нее за бумага. Бумага такая классная, просто там великолепные принты. Очень мне нравится. Надо будет просто перелистывать обратно в материалы, чтобы посмотреть, что за бумага, чья. Я просто первый раз вижу, там такие крупные принты, то есть машина, там комната. Ой, вы знаете, скорее, может быть, какая-то даже не наши производители, может быть, это пятница, 13-е, что-то в таком духе, ну, нежнее немножко, чем пятница. У пятницы такие принты яркие всегда, бумага, вот, а тут какие-то чуть понежнее, вот, но все равно крупные. По-моему, Мускари вот в таком духе выпускает бумагу тоже, то есть крупные такие принты. Ну, в общем, не знаю, я ни разу не видела. Я в основном использую бумагу от фабрики Декору, Скрапмания, потом какие еще, Артузор, конечно, вот, с фабрика Декору, или уже сказала фабрика Декору, Флёр, какие, ну, это основной Скрабберис, вот, это основные, какие я использую, Мистер Пейнтер, ну, Мистер Пейнтер редко использую, не совсем в моем стиле, да, но я мало бумаги видела. Мастер Пейнтер, и дороговато она. Другая еще фирма, которую я часто вот тоже мне нравится, это вот Крафт Пейпер, вот такая вот, да. А вот эта бумага такая, вот видите, она как пастельная, такая приглушенная, в принципе, вот это больше ближе мое. Вот взяла вот несколько наборчиков сейчас. И что? Может быть, использую, а может быть, подарю. Потому что я в прошлом году тоже так вот купила и для себя, но участвовала в обменах и отослала. Не знаю, ну вот природную тему я тоже всегда почему-то раздариваю. Хочется себе оставить что-то сделать. Вот на блокноты, может быть, на какие-то джанбуки, что-то такое. Вот. Ну вот, эко-пеппер. Вот они, видите, какие такие приглушенные. Пастельные все тона. Вот эта Скрапмания, да, тоже у нее такие все равно, ну, спокойные цвета. Вот, я опять-таки вот использую. Это вот мне девочка прислала. Ира, ну, я посмотрела, это Артузор. И просто влюбилась. Это что-то про письма, название. Сейчас, если найду, скажу. Так, тут не написано. Ага. Так-то.
Так, так. Не могу сказать. А, вот, нет. Просто набор бумаги для скраблкинга 180 грамм. Нет, лично в руки. Вот, все, нашла название. Бумага просто великолепная. Сначала я ее хотела пустить, конечно, на мастер-классы. Ух, но честно сказать, просто я поняла, что вот для этого альбома она у меня прям вот все. Потому что сначала я снеговички приготовила от скрабмани. Вот. Но потом вышло так, что использовала снеговички в детском мастер-классе, а сюда перекинула вот эту бумажку, потому что она такая вот, ну, зимняя, спокойная. В общем, все, что я хочу, я поняла, что я буду делать этот альбом и релаксировать просто-напросто. Действительно так, вот просто на расслабоне делаю. Ну, то есть, как бы получается за пару часов разворот, да, и все в гармонии, как он в какой-то такой. А, нежели как снеговички, они вот наоборот какие-то энергетику нужно вкладывать, чтобы энергичный альбом получился, а не спокойный, она активная довольно-таки. Вот. Ну, тоже хороший коллектив. В прошлом году я делала с ней альбомчик, а в этом году вот ее добавляю на детские мастер-классы. Остаточки, что у меня есть. Вот в прошлом году тоже мне ее в обмене прислали, я хотела закупать. Вот. Кстати, кому интересно, сегодня я делала на скрабмании заказ, набирала, вернее, у меня уже там был заказ, хотела оформлять и увидела, что идут ножи фэнтези с большой скидкой, я набрала себе ножи, те ножи, которые я очень давно хотела, искала их, то не было в наличии фэнтези, то они слишком дорогие для меня, вот, ну, вообще, вырубку я использую и в обменах где-то. И заказываю иногда вырубку с этих ножей. И, в общем-то, надеюсь, что придут они мне в целости, сохранности. И надеюсь, что они будут резать, рубить. Вот, потому что еще была...